Подожди, а мужик, когда он сказал похоронить его с оркестром, он имеет в виду с музыкой, а не прям с оркестром. А я думаю, чего отрубаешь так ура? Алло, придурки, вы что делаете? О, я до сих пор слушаю чужие. Это я говорю. Ты б тут так не бегала, тут оркестровая яма. Итак, продолжай. Псс, девочка! Кто здесь? Это я! Трубач! Помоги мне выбраться! Но я не могу! А что ты можешь? Я могу номер объявить. Мы, как команда «Пакетик», не могли не показать номер про супермаркет. Итак, представьте, Украина пришла за покупками. А семена вам зачем? Ну як це? Прийде весна, будемо саджати. Шоколад тоже ваш? Ні, це повертаю, у нього срок вийшов. Петя, отмена! Тогда с вас 2 113 000 гривен. Здається, в мене трошки грошей не вистачить. Тоді давайте без Євробачення. Тогда с вас 113 гривен. Ой, лише. Вам помочь? Ні. Я сама піднімусь. Ей, а я не піднімусь сам! Купи лестницу! Не буду ее больше без поводка выгуливать, давайте. Подождите, для начала пишите ее, чтобы вы были уверены, что она ваша. Ну, небольшая такая, мордатая, черная. Вы белый, то есть она не родная? Ну как бы да. Ну там такая ситуация была, получается, в селе соседка, ну там рожала 6 рыб. Вот. И ну, сосед говорит, я их топить пойду на речку. А я такой, ну, ну пойду с ним прогуляюсь, что воздухом подышу. Да, ну мы такие идем, ну начинаем уже, ну, понимаешь, да, процедуру, буль-буль-буль. И вот смотрю, одна прям мне глаза. Ну что-то пожалел ее и взял. Что-то вы как-то о ней не заботитесь. В смысле не забочусь? Ха, а кто ей прививки делал, а? А кто ей блок выводил? Вот такими руками. А кто ей намордник купил? Что? Зачем ей намордник? В смысле, она же у меня боевая, кавказец. Да как вы можете так о своей собаке? В смысле, я дочь потерял.